доброго времени суток. Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Я к вам сегодня снова с рецептом огурцов. Причем новым рецептом, по крайней мере у меня новым. Потому что я прошлый год попробовала этот рецепт. Нашумевший он в интернете. Многие уже, наверное, делали. Я прошлый год нашла три таких рецепта огурчиков по-фински. Но из этих трех я выбрала один и тот доработала. Поэтому я вам сейчас расскажу и покажу, как это делаю я. Огурчики по-фински. Рецепт таких огурцов до такой степени простой, что мы сразу вот тут прямо у газовой плиты начинаем готовить. Значит, здесь вот у меня закипает вода. Здесь полтора литра воды. Сюда мы отправляем 3 столовые ложки соли без горки. Это приблизительно 70-75 граммов будет. 200 граммов сахарного песка. Лавровый листик. Как вы любите лавровый лист. Кто-то вообще его не любит, а кто-то любит побольше, так как мы. И чайная ложка с горкой семян горчицы. Все хорошо перемешали. Опять закроем крышечкой и дадим быстренько закипеть. Так, тем временем отмеряем уксус 9%. Нам надо 180 миллилитров на эту порцию. Вот так вот. И понадобятся, конечно же, нам огурцы. Вот они. Их здесь у меня 2 килограмма. Порезаны они вот таким вот, примерно сантиметрика по 2, может по 2,5. Я порезала фигурным ножом. Вы можете просто взять ножом и порезать. Вода закипела. Я отправляю сюда уксус. Все хорошо перемешиваю. И еще даю закипеть. То есть закипеть у нас должно все очень хорошо, бурно так. Как только видите, вот закипело очень хорошо, бурненько так, мы отпускаем сюда огурчики. Будьте аккуратны, не обожгитесь, опускайте потихонечку. Напомню, что огурцов у нас 2 килограмма. Вот смотрите, пока я сюда огурчики отпускала, у меня газ был включен. Сейчас я его выключаю, закрываю крышкой и даю пропариться там огурцам в течение 7-8 минут. Прошло у меня 8 минут. Я сейчас газ зажигаю. Огурцы у меня прогрелись. Поменяли уже почти цвет. Так. Сейчас вот так вот помешайте, чтобы верхние ушли на низ и наоборот. Все, закрываем и доводим до кипения. Тем временем готовим банки. Банки обязательно должны быть простерилизованы. Обязательно. Я вот сейчас их достал прямо из духовки. Я стерилизую в духовке при температуре 120-130 градусов. Примерно полчаса. Ставлю их в холодную духовку. И вот баночки оттуда достаю готовые. Как только огурцы у нас закипели, вот видите, они кипят. Все они поменяли цвет, не беспокойтесь, они даже поменяли цвет, когда мы их не варим, понимаете? Так, и я вот шумовкой отправляю их в банки, наполняю сейчас банки. Что нам дает то, что мы оставляли огурцы и не кипятили их в течение 8 минут. Особенно молодые хозяйки, при таком способе вы не беспокойтесь, вы никогда не переварите огурцы. Сейчас доводим маринад до хорошего кипения. Я почему закрываю все время крышкой? Так быстрее получается. Эти пока прикроем. Маринад хорошо закипел. И уже кипящим маринадом мы заливаем огурцы. Огурцы прекрасно прогрелись у вас, но они останутся хрустящие. Это уже 100%, потому что вы точно их не переварили.
до самого верха и закрываем. Это один из самых простых способов маринования огурцов. Ну, просто проще, наверное, уже некуда. Как только баночки заполнили, у меня получилось 3 литровые и 1 800 граммовая. Закручиваем и переворачиваем вверх дном и под шубу. Закручивайте любым удобным для вас способом. Огурчики у меня готовы. Горячие, я сейчас их понесла под шубу, заверну. Вот, хранятся такие огурцы при комнатной температуре. Получаются очень вкусные и хрустящие, потому что мы их не переварили. Готовьте, пробуйте. Отличные, вкуснейшие огурчики по-фински.